приступим к самому прекрасному. Это к поеданию ланча. Сначала надо его открыть как-то одной рукой. Это, конечно, не так просто, как двумя руками. Не так, как руки заняты. Можно, в принципе, куда-нибудь поставить. Например, сюда. Не знаю, будет видно или нет. Привет, мои любимые. Все еще 31-е. И все еще без времени. И все еще кушаем ланч. Как раз в ланч, правда. Когда-то там кого-то пробовала. Но чтобы самой заваривать, такого не было. Верьте мне. Вот такой ланч прекрасный. И тут такая фигнюшка. Я не знаю, фигнюшка, наверное, острая. Может, ее не надо насыпать. Но я насыплю, рискну. Не знаю, что там сыпется. Соль, наверное, еще что-то. Перец черный, еще что-то. Это как его, песок индийских дорог. Не знаю, видно вам, нет? Про песок индийских дорог. Мне нет. Хотя что-то видно. В общем. Еще можно туда ливануть чего хотите. Я, например, хочу ливануть вот такого масла. Вот такого. Жемчужина Поволжья. Ну, каждый льет то, что ему нравится. По-моему, хватит. Все впиталось. Ну и хватит. Сейчас закрою, подождите. Так. Вот, теперь буду наливать этот, как его, что я вам и говорила, куриный бульончик. Так пахнет обалденно, я не знаю, видно вам, могу я передать запах и вкус. У меня у самой нос не очень дышит, но, по-моему, могу. Не то. И халвы у меня нету. Будем искать. О, нашла. Хотя я искала большую ложечку. Не знаю, куда она делась. Тут у меня опять все каракибы. Все так лохматое. Ну, давайте. Это уберем куда-нибудь сюда. Это пододвинем куда-нибудь сюда. И ланчик сюда поближе к кипяточку. Сейчас все смоется. Масло превратится в пепел. Блин, опять музыка. Теперь надо ее забалтывать, потому что у меня выключат комментарии. А как я без ваших комментариев? Никак. Как всегда. Вот зараза, они специально там это поют. И мявкают, и кричат. И собачки, и кошечки. И не знаю кто. Специально, чтобы мне не подключили монетизацию. В общем, такое у меня видео медитативное. Кошечка там делает. Блин, где ж ложку большую взять? Зараза. Ложка большая, ты где? Амандела, Амандела. Попробуем одной рукой, потому что это я держу телефончик. А это я попробую налить кипяток. Вообще кипяток живой, можно сказать. Давай живой. На ногу капнуло очень горячо. Два раза или три.
О, пипец. Теперь хочу, как оно называется, мясо, кусочек. Можно? О, благодарю. И мясо, кусочек. Бульон готов, мои любимые. Кто там голодный, присоединяйтесь. Еще целая куча. Берите, идите, ешьте. Все для вас. Дырочки от вилки остались. Ну, я так завтракаю. А вы как, не знаю. Кому интересно, расскажите мне, как вы завтракаете. Мне очень будет интересно послушать вас, мои любимые. Очень-очень люблю вас. Всех-всех-всех до одного. Спасибо, что вы есть. Там кроличек тоже есть. Мое солнышко.